Борьба. В центре поля мяч остается у Гасенкова. Никто не мешает Гасенкову, и тот решил пробить. 81-й. 4 тура премьер-лиги. Только сейчас не помню, забивал ли в кубке. Итак, повтор. Смотрим. Пяточка, пенальти, да. Не зря. Магометов против Зиявдинова. Разбегается. Удар по воротам. И Зиявдинов уходит победителем. Уверенно. Вот только похвалил. И вот момент. Удар по воротам. Рабаданов. Красавец. Аут. Аут — это в исполнении стороны очень опасно. И что творит Зиявдинов? Как же он отреагировал на этот удар? Игроком, который будет определять ход матча. Удар по воротам. Это очень красиво. Сана открывает счет. Прекрасная передача с правого фланга. И проводит он матч с травмами на уколах. Удар! Также ворвался в штрафную площадь. Рабаданов, Сиражудин. Подача. Удар по воротам и опять. Опять здорово играет. И форварды земли. Подача. Удар по воротам на месте. Зиявдинов. Здесь не было нарушения правил. Выход к воротам. Нежадный у нас. Нежадный. Магомедов отдает нам Мустапаева. 2-0. Но засчитают ли мяч? Выходит Арсен Меджитов. Да, штрафной удар. И счет по-прежнему 1-0. Рамазан Магомедов отдаст мяч сопернику. Под Хайбула. Голкипер Чарады. Отражает. Вот, смотрите, удар по воротам! Гол забивает Магомедов Рамазан. Ну вот, после нереализованного пенальти него в предыдущем эпизоде. И вот, удар по воротам рядом со штангой. Бьет за Сану. Он этот мяч не переправит в ворота. Борьба. Удар по воротам. Бьет в падение Гасенков. И Рабаданов вновь пока Гасенков отдал. Передача. Вот Гасенков получает удар по воротам. На добивание. Затолкают. Все-таки затолкали Сулейманов. С какой уже попытки? С третьей, четвертой попытки. На линию штрафной. Они встали. Удар выше ворот. Магомедов. Сен Меджидов принимает решение. Точку. Показывает на точку. И вот вам. Так. Семенит Гасенков. Удар по воротам. Рабаданов. Какой красавец. Смотрите, как он. Удар! Не попадает. Неплохо вошел в игру Сулейманов. А здесь какой же крутой финт! И какой же хороший, красивый, мощный мяч забивает Рамазан Магомедов! Песток, она одерживает очень важную победу.